А Казпочта в честь празднования 550-летия казахского ханства выпустила марку. Дизайн разработал Рахимжан Ахмедин. Он использовал фрагмент картины Анракай Шайкасы художника Айдоса Шахмардана. По преданию, битва в местности Анракай объединила все три жуза против общего врага и стала самой крупной победой казахов над джунгарами. На создание ушло около 2 месяцев, признается автор. Тираж марки порядка 5000 штук номиналом в 550 тенге. И филателисты уже не прочь заполучить к себе в коллекцию юбилейную марку. Многих художников дизайн вдохновляет именно эта картина. Мне вдохновило, я от него как бы источник был, я от него сделал эту марку. Если вы заметите, в марке есть колесо, присутствует колесо. Оно сакральный смысл несет, это как кочевой образ жизни. Есть еще элементы юрт. Уже завтра эта марка войдет в обращение по всему миру. И мы надеемся, что это будет способствовать тому, что весь мир узнает, что у нас есть исторические корни. И Казахстан имеет полное право быть независимой страной в мировом сообществе.